Бендеры, улица Советская. Проблема с парковками здесь, как и во всем городе, уже давно. Рядом магазины и рынки. Люди приезжают за покупками, а машины ставить негде. Парковочных мест не хватает. Из-за этого останавливаются и вдоль дороги. А проезжая часть, как вы видите, и так небольшая. Из-за этого образуются пробки. Движение затрудняется. То весь рынок ставит здесь машины, все, кто работает на рынке. Поликлиника, ну, как бы бутиков много, поэтому днем с утра тут машин много. А после обеда разгружается, рынок расходится, бутики закрывают, свое место становится больше. Днем даже в будний день невозможно найти свободное место. Во-первых, и дорога разбитая, и ну вообще нету места обычно. А выходные вообще сюда лучше не ехать. Туговато. Особенно хочешь... заехать в этот, как его, на рынок не заедешь, потому что все здесь забито. Вот единственное место, где можно с коляской пройти, это дорога, к сожалению. Ну, мы друг другу мешаем, да, пешеходы, водителям мешаем, да. Не хватает парковочных мест. Мы работаем на базаре, здесь вот все забито, занято, и проехать просто невозможно. Проблему решить можно. Проект реконструкции обсудили с людьми. В планах построить стоянку. Она будет вдоль этой дороги с двух сторон. От здания бывшего автовокзала до торгового центра «Виктория». Вот так это будет выглядеть. Приведут в порядок и территорию вокруг парковки. Вместо разбитых тротуаров появятся новые дорожки. А еще установят фонари и скамейки. Будет много зелени. Разобьют сквер. На этих чертежах, на этих эскизах, на проработках показано, что сохраняются те тротуары, которые имеются. Большей частью те зеленые участки, островки будут дополнены еще новыми зелеными насаждениями. Задача сохранить этот массив и дополнить новыми цветниками, клумбами, газонами. Работы будут капитальными. Сначала заменят все сети, потом к самой стройке. Начать планируют в следующем году.